Приветствую вас, друзья! Вы на канале «В поисках золота и кладов», и сегодня мы занимаемся своими прямыми обязанностями. Ищем вместе с вами золото и клады. Друзья, приехал снова на это место, и как видите по моему виду, наступили у нас холода. Ветер дует страшнейший. Не знаю, что вы там услышите сегодня что-то или нет. Постараюсь немножечко прикрывать микрофон. Вот. Ну не знаю, такие порывы иногда, что сносят самого с этих горбов. Друзья, в общем, смотрите, будет что интересное, покажу. А нет, то приеду в следующем году и все-таки покажу. Поехали! Есть первый кругляшок, друзья. Не знаю, что еще не рассматривал. Как всегда, смотрим вместе. Вот она, эта монеточка. Что-то маленькое. Или копеечка советская, или средневековый солид, думаю. Так. Что это у нас? Ага. Солид, друзья. Это у нас солид средневековье. Так, как всегда, вместе чистим и смотрим. Вот такая, ребята, монетка. По-моему, серебро в такой вот серенькой патине. И есть еще монеточка, друзья, из вот этой ямочки. Достал я, смотрите, что. Чешуевина лежит серебряная. Ну что? Посмотрим поближе, что это такое. Так. Ой, выпало. Простите, друзья. Попытка номер два. Так, ну, состояние такое. Залезанное. Но все же. Серебро. Какой там, 17 век? Наверное, 17. Ну что ж, копаемся и ищем артефакты. Ветер сумасшедший! Ну это, друзья, меня не останавливает. Наоборот, придает сил. Приходится быстрее бегать, чтобы не замерзнуть. Эх, и артефакты лезут. Друзья, вы посмотрите, посмотрите, что мне попалось. Итак, ребята, опа, вы видите, что это? Это крест, друзья, это крест по Киевской Руси. А теперь давайте его вместе с вами протрем, промоем и посмотрим, что же это за такой красавчик. Не маленький, эх, радость-то какая! И вы только гляньте на этого красавца, друзья! Многовековая патина! И вот такое бомбезное состояние! Ухо целое, нигде не шкребанул, все в порядке! Зачетный крест! Такие есть поменьше варианты! Так они частые. А вот это уже не такой частый. Тут и размерчик неплохой. Сантиметра, наверное, 3,5. Вместе с ушком. Вот. И такое исполнение интересное. Вот такой вот шикарный, друзья, артефакт. Лайкоса заслуживает стопудово. Так что, друзья, ставьте лайкос, кто еще не поставил. Ну, и копаемся дальше. Русь, Русь Киевская. Вот он, красавчик, крест, Русь, 11-13 век. И еще одна монеточка пожаловала к нам под катушечку. И снова серебро, и снова средневековье. Так, вот такой вот вариант печальный.
И пока что также нечитаемый, да. Хотя он что-то Джей, Эй, может Густав Адольф. Вот такая монетка. Есть очередная монеточка. И на этот раз, друзья, что-то неведомое. Я еще такого не находил. Смотрите. Я так понимаю, что-то типа солида. Но такие мне еще ни разу не попадались. Вот такая вот монеточка. А с этой стороны две буквы. С и Р. И корона. Какой-то коронный солид. Вот интересно, что за монетка такая. Вот сверху, по-моему, написано солид. Ну, солид солидом. Но то, что я еще такого не находил, 100%. И это, друзья, очень и очень хорошо. Всегда интересно найти что-то новое и в интернете про все это дело узнать. И опять удача на моей стороне. Есть средневековая серебрушечка. Уже побольше монеточка. Смотрите. Вот лежит. Так. Этой монетке около 400 лет. Я, друзья, уже догадываюсь, что это. Это у нас полторак. Да. Ну, конечно же, это полторак Сигизмунда III Вазы. В таком еще довольно хорошем состоянии. Супер! Год у нас тоже можно рассмотреть. 1627. Вот так-то. Сколько это получается? 391 год этой монетки. Ну что ж, друзья, лайкос с вас, монетос с нас. Поехали дальше. Вижу еще одну серебрушечку. Вот она. Вот она. Вот лежит. Так. Солид на этот раз? Как думаете? Да? Друзья, смотрите, как интересно. Раньше я ни одной такой монетки не нашел. А сегодня, пожалуйста, вторая. Вот эти буквы S и R и корона. Интересно. Интересно. Ну что ж, обязательно я на определение сброшу на форум Виолетти, а там мне подскажут, что же это такое за оно. Ну нормально, нормально. Конкурент нарисовался. Привет тебе, конкурент. Он от меня в километре. Примерно в километре. Вот. Как далеко. Привет участникам соревнований. И снова у меня радость, друзья. И вы порадуйтесь вместе со мной. Есть еще один крестик. По-моему, целенький. Вот он. Вот. Смотрите. Вот он, вот. Вот он.
маленький, но целенький. И это не может не радовать. Вот такой вот крест по Руси. Ну отлично, отлично. Уже второй. Уже буду сейчас собираться. Еще похожу, наверное, полчасика. Может, что попадется. А нет, то вот он, крестик завершающий нашу сегодняшнюю программу. Вот такой 12-й, наверное, век. В общем, Русь 11-й, 13-й. Отлично. Отлично. Отличный выезд. И отличные находочки. И есть еще монеточка, друзья. Снова солит, но на этот раз мы точно не узнаем. Здесь на поле что же это такое? Вот. Залипший в окислах не оттирается. Но серебро, средневековье. Это уже гуд, друзья. Гуд. Вот, друзья, прикол. Пнул ногой, и, пожалуйста, смотрите. Смотрите, на какой глубине бывают находки. Смотрите, друзья, а вот на такой глубине. Раз. Ну, буквально сантиметрик. И смотрите, что. Ребята, вы видите? Это снова крест. Это снова крест Киевской Руси. Уже третий на сегодня. Ну что, извлекаем? Так. Аккуратненько. О, вот такой экземплярчик. Вот об этом я говорил, что такие проскакивают поменьше. Как тот первый. Этот сантиметра 2,5, наверное. К сожалению, ушко протерто. Видите? Вот. Но все же вот такой красивенький. Красивенький крестик по Руси. Ну супер, а? Ну супер, друзья. Третий крест на сегодня. Просто отлично, просто отлично. Вы посмотрите, ребята, какой попался мне замок. Ну, 100% от сундука, с кладом. Но клад мы будем искать уже с вами в следующей серии. На сегодня все, хорошего понемножку. Смотрите, друзья, что я сегодня в общем и целом накопал. Ну, вот такой у нас сегодня результат, ребята. Вон сколько солидов. Практически все серебряное. Полторак неплохой. Чешуечка подзализанная. Кусочек вот еще. Полторачка. Четвертушка. Ну и Русь вот. Еще попалась. Бубенчик. Пуговка, гирька. Вот такой вот. Браслетика кусочек. Ну и самый жир. Это, конечно, три крестика. Три крестика по Руси. Люблю я такие находочки. Такие артефакты поднимать. Вот. Монетки мне эти. Так себе. А вот крестики такие красивые. Мне очень нравятся. Вот так-то. Думаю, неплохо. Ну какое там неплохо, хорошо и даже отлично. Так что, друзья, ставьте лайки, закапывайте ямки и не забывайте подписываться на мой канал, ведь впереди у нас еще ого-го, сколько интересного. Буду прощаться. Пока.